Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и так как вы вчера поняли, я начал эксперимент, вообще я продвигаю CryptoHands, но мне вот постоянно в личку пишут, в Skype пишут, попробуй. Я начал эксперимент, если кто присоединился, не понял, как это сделать, давайте объясню. После регистрации вы заходите в свой кабинет, вот у вас будет вот такой личный кабинет. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет перейти в «Мои счета» и нажать на «Пополнение счета». То есть здесь вы должны указать $5. Это оплата с Perfect Money. После этого вы нажимаете «Пополнить». Вас перекидывает на счет, если у вас на Perfect Money деньги есть, соответственно, вы оплачиваете. Единственное, Perfect Money берет небольшой процент, так что если вы будете пополнять свой Perfect Money, пополняйте его на $5.20, вот где-то вот примерно вот так. Чтобы пополнить, достаточно зайти в Best Change, выбрать ту платежную систему, я с Яндекса оплачивал, выбрать платежную систему Яндекс.Деньги, выбрать Perfect Money, выбрать обменник. Обменники здесь можно найти такие достаточно недорогие. Заходите, указываете здесь сумму, то есть сумма должна у вас быть вот здесь вот 5.2. Указывайте здесь кошелек свой, 345 рублей, после этого нажимаете «Совершить обмен», и, в принципе, вы уже в эксперименте. На этом заканчиваю, скоро будет следующее видео, как этот эксперимент продвигается далее. Забыл сказать, после пополнения, когда на вашем счету, вот на вашем счету будет $5, там будет написано личный счет $5, вы заходите в свой дом и нажимаете купить, то есть $5 у вас будет уже купить, то есть вы можете выбрать вот свой дом номер один, ну там выбор особо выбор у вас не будет, просто купить дом и все, и вы в эксперименте. На этом точно все. Всем привет!